Новые дороги, новые рельсы. На улице Фрунзе в Самаре меняют дорожное покрытие. К ремонту подошли комплексно. Здесь обновят и около 300 метров трамвайных путей. Сотрудники трамвайно-троллейбусного управления стараются даже такую тяжелую работу делать с минимальным шумом, чтобы не нарушать ночной сон жителей ближайших домов. Неудобства временные, зато после ремонта дребезжание трамваев под окнами слышно не будет. По новым рельсам транспорт пойдет как по маслу. Главная цель, конечно, это транспортная безопасность, в первую очередь, конечно, и создание удобства и комфорта при передвижении на электротранспорте нашим горожанам. Чтобы не было шума, чтобы не было вибрации, чтобы люди, которые будут ездить в трамвае, чувствовали себя комфортно. К тому же новые рельсы будут вровень с дорогой. Препятствия для автомобилей сгладятся. Трудятся ремонтники одновременно на всем протяжении участка. Задача – уложиться в установленные сроки. Пока на одном участке пути меняют рельсы, на другом убирают грунт. Готовят фронт работ на следующую ночь. Такой подход увеличивает скорость замены рельсов. А меняют их исключительно с полуночи до 5 утра, чтобы трамваи вышли в рейс точно по расписанию. Трамвайные рельсы обновляют по всему городу. В этом году в Самаре уже переложили около 5 километров путей. В планах еще 2 километра. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.